Вот такие интересные и полезные товары для дома ожидают вас в этом видео. Если вы посмотрите видео до конца, то сможете принять участие в классном конкурсе с денежным призом. Поехали! Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. В этом видео мы с вами посмотрим подборочку интересных и полезных товаров для дома, которые вам точно пригодятся и понравятся. Если вы хотите сэкономить деньги при покупке чего-либо в интернет-магазинах, то обязательно пользуйтесь кэшбэком. Ссылки на товары с подборкой и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании. И те, кто досмотрит это видео до конца, примут участие в конкурсе. Приятного просмотра! Дозатор для зубной пасты с забавными рожицами. При учении детей к ежедневной чистке зубов процесс очень важный для их будущего. И каждый родитель стремится максимально заинтересовать своего малыша в ежедневном выполнении гигиенических процедур. Этот забавный дозатор обязательно понравится вашему малышу и поможет привить ему эту полезную привычку. Дозатор при нажатии автоматически выдавливает и распределяет зубную пасту на щетке. Установите зубную пасту в устройство в вертикальном положении. Поднесите зубную щетку к отверстию дозатора и нажмите на кнопку внутри. Пока вы будете вытаскивать щетку, дозатор распределит на ней пасту. Тестер для воды. Всем известно, что чистая питьевая вода – залог крепкого здоровья. Мы не можем визуально определить, насколько чистой является вода, которую мы пьем. Чтобы определить качество воды, есть такой вот тестер от Xiaomi. Убедиться, что в вашей воде нет вредных или опасных примесей, при помощи тестера достаточно легко. Нужно включить тестер и опустить прибор в емкость с водой, после чего взболтнуть и подождать не более 3 секунд. TDS-тестер выводит данные о своей работе на небольшой экран. Экран монохромный, с довольно четким изображением. Результаты анализа появляются в течение 1-3 секунд. Включение и выключение прибора осуществляется нажатием одной единственной кнопки. Работает на двух миниатюрных батарейках довольно длительное время. Недорогой озонатор. Он прекрасно подходит для обеззараживания воздуха в помещении до 20 квадратных метров. Также отлично устраняет бытовые запахи различного происхождения – табака, пищи, запах животных и так далее. Отличные средства для дезодорирования комнаты, кухни, туалета. Данный бытовой озонатор вырабатывает среднее количество озона, поэтому рядом с ним можно находиться безопасно. Он имеет таймер работы 10-20-30 минут и включение цикличной работы 1-12 часов. То есть, например, можно выставить время работы 20 минут каждые 2 часа. Лучшее средство для борьбы с неприятными запахами в доме и эффективный способ избавиться от вирусов и бактерий в воздухе, поскольку озон является лучшим дезинфектором. Полностью автоматическая работа озона требует только включить его в розетку и один раз настроить время работы и цикличность включения. Универсальный адаптер с USB зарядкой. В путешествиях по ближнему зарубежью проблем с совместимостью розеток возникнуть не должно, но если вы заберетесь подальше, то без такого адаптера вам просто не обойтись. Помимо того, что он позволяет без проблем подключить ваше устройство в любой стране мира, вы также получаете USB-зарядку на 2 порта. В комплекте есть мешочек для перевозки. Адаптер позволит легко подсоединить к сети ноутбук, мобильный телефон, смартфон, MP3-плеер, цифровой фотоаппарат и многое другое. Разъем переходника рассчитан на следующие типы розеток. А. Япония, Америка. С. Европа и наши страны. G. Англия. И. Австралия, Новая Зеландия. Многофункциональная электрическая точилка для ножей, ножниц, отверток. Легко точит стальные лезвия с прямой и односторонней сериторной волнообразной режущей кромкой. Точилка оснащена двумя профессиональными корундовыми точильными дисками, а поэтому обеспечивает очень быструю и качественную заточку ножей в два этапа. На первом идет обычное затачивание, а на втором финишная доводка до бритвенной остроты. Для большего удобства ножеточка прочно крепится к столу на присосках, а потому не сдвигается во время работы. Резюмирую основное, что делает данную ножеточку выгодным приобретением. Полный этап заточки даже самого тупого ножа занимает не более 2 минут. Затачивает ножи с прямым и сериторным лезвием. Два этапа заточки для достижения идеальной остроты лезвия. Профессиональные корундовые диски обеспечивают равномерную заточку и снятие минимального слоя металла. И 4 направляющие прорези по 2 на каждый этап для разных сторон ножа позволяют контролировать правильный угол заточки.
смеситель с водонагревателем. Проточный водонагреватель представляет собой устройство для подогрева воды, которое устанавливается непосредственно на кран. Водонагреватель-насадка на кран не предусматривает наличие накопительного бака для воды. Принцип его работы достаточно прост. Вода из крана попадает в специальный цилиндр TEN и мгновенно нагревается. Температура нагрева воды в таком водонагревателе может регулироваться путем изменения напора. Для снижения температуры напор воды нужно убавить, а для увеличения наоборот повысить. Температура в данной модели отображается во встроенном дисплее. Мощность 2-3 кВт в зависимости от температуры воды. Питание 220 вольт. Инфракрасные контроллеры или активный периметровый ИК-барьер. Данный датчик работает на принципе прерывания инфракрасных лучей, идущих от одного датчика к другому. Такие же датчики периметра установлены в турникетах метрополитена. Активный периметровый ИК-барьер можно установить, например, по периметру забора вашей дачи, стоянки или склада. Причем их можно расположить таким образом, чтобы они не были видны окружающим. И как только произойдет потеря сигнала одним из датчиков, на главный блок GSM-охраны будет подан сигнал. Инфракрасный барьер может работать с проводными и адресными контрольными блоками. Имеет уникальный процессор обработки поступающих сигналов, который кодирует данные и минимизирует ложные срабатывания. Твердотелое выходное реле потребляет немного электричества. Исполнены контроллеры в герметичном корпусе. Умная приставка для телевизора от Xiaomi позволит вам с максимальным комфортом просматривать телевизионный контент. Стильный дизайн отлично впишется в любую обстановку. Благодаря мощному 4-ядерному процессору и графическому ускорителю Mail 450, медиаплеер воспроизводит видео 4К разрешения, обеспечивая идеальную прорисовку деталей и естественную цветопередачу. Возможность голосового управления Google и трансляция видео со смартфонов и планшетов по Google Cast. Скорость работы обеспечивает 4-ядерный процессор с 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Заглушки для розеток. Розетки потенциально опасны для маленьких и не очень детей. И они, к сожалению, магическим образом манят малышей поэкспериментировать. Ведь там такое интересное отверстие и даже два, куда непременно и обязательно хочется засунуть игрушки, карандашик, проволочку. Чтобы дети не смогли добраться до тока, и нужны заглушки. Они эффективно защищают ребенка от возможности удара током. Заглушка легко вставляется в розетку. Удалить заглушку от розетки можно лишь с помощью специального ключа. Подходит заглушка ко всем стандартным розеткам. В комплекте 6 заглушек и 1 ключ. Гидравлические петли для шкафов или газлифт. Это популярная современная фурнитура для корпусной мебели. Газлифты позволяют сделать так, чтобы дверцы плавно открывались вверх. Очень часто применяется при изготовлении кухонных гарнитуров. Планируя сборку мебели, следует учесть, что на один фасад необходимо купить 2 газлифта. В противном случае в закрытом состоянии фасад будет смотреться неровно, и отрегулировать его крайне сложно. Газлифт укомплектован кронштейнами и крепежом. Мини-осушитель воздуха. Идеально подойдет с решением проблем с повышенной влажностью в ванной комнате, кладовой, доме, квартире или в офисе. Имеет компактные размеры, он простой в управлении и перемещении. Оснащен индикатором наполнения резервуара для конденсата и защитой от переполнения. Потребляет мало электроэнергии и тихо работает благодаря использованию бескомпрессорной технологии, основанной на использовании элементов Пельтье, возникновении разности температур при протекании электрического тока. Подвесное кресло с подушкой для детворы. Оригинальный элемент интерьера наполнит детскую комнату незабываемыми впечатлениями. Ведь это не просто кресло, а еще и множество новых игр и впечатлений. Кресло-кокон может быть закреплено за турник, за перекладину, за балку, за крепкую ветку дерева. При устройстве крепления на бетонном потолке, самый распространенный вариант, вы можете использовать анкерное крепление с кольцом. Размер крепления, которое я рекомендую, 10 на 60 или 10 на 80 мм. Лучше, если анкерные крепления вам установит специалист, но можно это выполнить самому. Ортопедические гелевые стельки для комфорта на каждый день созданы специально для жизни на ходу. Они обеспечат прекрасную амортизацию при ходьбе или беге на любых поверхностях, подарят комфорт вашим стопам и помогут сделать вашу обувь еще более удобной. Превосходная амортизация, уникальная форма, разработанная специально под каждую активность, поддержит вас, что бы вы ни делали, работали, занимались спортом или танцевали всю ночь. Обрежьте под свой размер, поместите вместо обычной стельки гелевой стороной вниз, и дело сделано. Электронные весы. Данная модель имеет яркий дисплей с подсветкой, прочную конструкцию, простое управление и высокую точность измерения.
Весы универсальны в применении и пригодятся в каждом доме. С ними всегда можно взвесить багаж перед отпуском, трофеи на охоте и на рыбалке, овощи в период сбора урожая и подготовки запасов на зиму. Крепкая и очень удобная ручка позволяет с комфортом и без усилий взвесить любой груз массой до 50 кг. Такие карманы и цифровые весы станут любимым и надежным помощником рыбакам, дачникам и домохозяйкам. Детский термометр-лента на лоб. Идеально для измерения температуры деткам, когда они спят или в путешествиях. Когда ребенок спит, можно без проблем измерить температуру, не разбудив его за 20 секунд. Такой градусник сигнализирует о том, надо ли измерить температуру настоящим градусником, который покажет точную температуру или нет. Не содержит ртуть или каких-либо токсичных материалов. Потребность в таком градуснике может появиться в домашних условиях, так что собираясь на отдых или в поездку, запаситесь термополосками. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать последний фильм, который вы смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал Аль Пачино Лайв, чтобы не пропустить итоги конкурсов. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!